Значит, если мы начинаем с самого начала, когда мы говорим о четырех стихиях, это же физическое понятие. Четыре стихии – это земля, вода, воздух и огонь. Какое это имеет связь вообще с психологией, вообще со мной? То, что интересно, я сотворена из этих четырех вещей. Потому что, и когда мы говорим эти четыре стихии, мы в иудаизме их рассматриваем не только как физические вещи. В принципе, надо понять, эти терминология она греческая, но она имеет в иудаизме, тоже откликается. И в иудаизме, как это рассматривается более как суть вещей, а не как физическое понятие. Книга, на которую я базируюсь, это книга «Шарик Туша», которую написал Рав Хаим Виталь, ученик Ария Кадош. И он там об этом рассматривает, как это связано и как. И у нас вот это четыре понятия, оно считается очень глубокой вещь. Вы знаете, что в имени Всевышнего есть четыре буквы. Поэтому каждая из этих вещей, она параллельна одна из этих четырем вещей. А об этом также написано в Сефер Йецира. Это считается одна из первых книг каббалистических, которая была написана. По преданию, это одна из 400 книг, которых написал Авраам. Из этих 400 книг у нас осталась только одна. Она называется Сефер Йецира. И она говорит о том, как Всевышний сотворил мир. Можно сказать, принцип он такой. Мы считаем, что когда Всевышний сотворил мир, он сотворил сначала духовные, абсолютно очень высокие духовные понятия. Потом каждое из этих духовных понятий постепенно она стала немножко более физическая, пока она стала совсем физической. Скажем, например, вы что-то хотите. Бывает у вас такая вещь, что вы что-то хотите? Вот это понятие «что-то хочу», а что именно хочу, я не понимаю, это, конечно, превращается в деньги. Я просто говорю как пример. Может, такое деньги. Деньги – это вещь, которую можно есть, что получить. Не совсем все, но почти все, что вы хотите. Левит лихсов, кесов – это деньги, а лихсов – это корень из этого же корня я делаю глагол. Это будет лихсов, это значит хотеть, иметь страсть. В иудаизме, скажем, деньги – это ваше желание что-то иметь. А вот что вы не знаете? Вы приходите домой, открываете холодильник и смотрите, что вы что-то хотите, а вот что, я не знаю. Бывает такое у вас? Так вот это нас символизируется деньгами. Когда вот вы что-то хотите, а вот что именно? Потому что деньги вы можете им что заработать? Или что получить? Или что купить деньгами можно? Все. А скажем, золото, это вот вы получили что-то, или там бриллиант, вы получили что-то очень дорогое, но вы можете получить только это. Конечно, вы можете его обменять, но тогда надо бриллиант обменять на деньги, потом деньгами купить что-то другое. Вы понимаете, как это? Значит, мы рассмотрели, что есть у нас духовные понятия, и они постепенно воплощаются. И любая физическая вещь, она имеет какую-то духовную силу. Поэтому, скажем, даже животные у нас тоже рассматриваются как воплощение чего-то более духовного. Скажем, мы когда говорим о ком-то хитром, мы его называем сичкой. Не только я так говорю, не только вы так говорите, все так говорят. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Значит, у нас каждая вещь имеет какую-то очень высокую духовную символику. Это может быть слишком высоко. Я просто пробую объяснить, как мы это все рассматриваем. Это понятно. Mm-hmm. Так точно так же мы как-то говорим о базисных вещах, когда Всевышний сотворил мир. Он сотворил сначала четыре духовные субстанции, или как это называется? Субстанции. Это четыре духовных базисных самых вещей, из которых потом он сотворил все сам. И эти четыре вещи, они у нас символизируют. И они тоже имеют, каждый из них, более духовные, менее духовные вещи. И они символизируются вот этими четырьмя вещами, которые, их не символика, это четыре буквы имени Всевышнего. Это четыре стороны мира. Все четверки, они в какой-то мере в этом как-то параллельны. У нас считается, что душа человека, она имеет четыре и даже пять уровней, и они тоже параллельны. Скажем, у нас есть эмоции, у нас есть страсти, у нас есть разум. Понимаете? И они все как-то параллельны. Это зависит, насколько вы хотите в это углубляться. Сейчас, если мы рассмотрим, вот сейчас это более просто. Вот сейчас наоборот из этого высокого мира идут какое-то более простое понятие. У нас, когда мы говорим «земля», это имеется в виду плотность. Любая вещь, она может быть плотной. Если в мире мы сделаем все очень холодным, вы знаете, что все превратится в плотно. Когда вы берете это немножко нагреваете, вещи превращаются во что? В жидкость. Когда вы еще более нагреваете жидкость, значит, она превращается в газ. Когда вы еще более нагреваете, превращается в плазму. Вы понятно, что мы как это? Это любая вещь может быть в любой из этих четырех состояний. Агрегатных состояний это называется. Поэтому они у нас не рассматриваются как отдельные вещи. Они считаются, понятно, как это? Они только переходят из одного состояния в другое. И каждое из этих состояний имеет в иудаизме символику. Если сейчас я посмотрю о себе, я человек. У меня есть физическая часть, которая, она плотная.
И эта плотность не имеет в себе никакой жизни. Когда начинается у нас жизнь, это когда у нас начинается кровообращение. И поэтому, когда кто-то прекращает жить, или кто-то старается, что-то другое прекратил жить, такая вещь называется кровопролитие. Потому что кровь держит, понимаете, как это? Приводит к тому, что это тело физическое, оно как будто имеет жизнь какую-то. Кровь, она какая? Жидкость. Вау, вы видите, как это начинается? А для того, чтобы было кровообращение, и кровь по-настоящему могла приносить телу то, что ей надо, она должна в себе что принимать? Воздух. Кислород, воздух. Что это такое? Газ. Понимаете, что я рассматриваю? А тогда то, что происходит с телом, он начинает быть тёплым. Понятно, что это? Просто я просто объясню, как это физически. Если мы хотим посмотреть на имя человека, на иврите человек называется Адам. На самом простом уровне Адам – это слово Адама. Адама значит земля. Значит, у нас есть какая сторона, часть. Просто физическая, абсолютно. Вот, понятно, как это? Как вот что называется? Плотно. Как вы называете на русском? Есть жидкость. А если я беру и жидкость охлаждаю, это считается плотность? Твердая. Вот, я знала, что я забыла это слово. Земля – это твердое состояние. Так это имя Адам. Если я беру и смотрю на первые две буквы имени Адама, извините, на последние две буквы от имени Адама, знаете, как он пишется Адам? Алеф, далет, мем. Что у вас будет в конце? Дам. Что такое дам? Кровь. Если я посмотрю на первые две буквы имени человека, это будет эд. Можете просмотреть, можете сметать этот хумаш. Это хумаш? Да. Это панас. Есть тоже мем. Это будет в самом начале. Вы читаете немножко на русском? Вообще нет. На русском? Или на иврите? На иврите хуже. Но на русском немножко. Да, читаем. Читаем. Спасибо. Я просто хочу показать тебе слово «эд». Значит, во время сотворения, чтобы вам не казалось, что я кого-то придумываю что-то. А какая связь между Адам, земля, красный, кровь? Есть какая-то... Да, да, это мы потом все просмотрим. Ага, пока я только показываю, просматриваю связь с четырьмя агрегатными состояниями. Что в слове Адам есть слово Адама. Это, почему мы называемся Адам? Потому что мы из земли. Ага. И это понятие, как вы сказали? Твердое. Твердое. Потом последние две буквы это Адама, это там, это кровь, это жидкость. Первые две буквы слова Адама. Да. Это шестой посок. Именно во время сотворения человека. Это единственный раз в Торе, когда есть это слово. Что это пар? Что такое пар? Это газ. И первое, когда... Вот это слово написано в Торе, она как раз написана во время сотворения человека. Что пар поднимался с земли и орошал землю. Из этой земли, которая была орошена этим паром, из нее был сотворен человек. Посмотрите шестой посок. Если кто-то хочет прочитать на иврите, пожалуйста, я могу это сказать сама. «Вээт яалемина авец». И пар поднимался с земли. «Вэйшкаэт коль пни Адам». И он орошал землю. Боится Хашем и Луким это Адам. И тогда Всевышний из этого пара взял и сотворил. Из этой земли, которая была орошена этим паром, из нее Всевышний сотворил человека. У вас написано, что такое на русском? Книга Шмот, книга Барышит, вторая глава, шестой посок. Беэд я алем ина арец. Это слышно небо и земля, и все вон стоит. Нет, это ниже, шестой. А, вижу. Вот происхождение неба и земли, растворение их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще и не была. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался вот, с земли, видите, пар? И орошал все. Но заметьте, что на иврите пар, как он называется? Эд, алеф, далет, первые две буквы меня, да? Да. Понятно, что я пробую показать? Mm-hmm. И тогда вы можете или рассмотреть слово Адам, что это красный, что это тоже символизирует как более что-то горячее. Или вы знаете, что у Адама есть еще одно имя, он называется Иш. А Иш это какого слова? Иш, огонь. Ты видишь, у нас есть все эти четыре вещи. Понятно, как это? Но это на физическом уровне. Это, я тоже рассмотрела уже не на физическом, а так вот на духовном понятии нашего имени. А сейчас что они символизируют? И у нас эти четыре вещи, они у нас символизируют четыре разных качества, которые есть в каждом человеке. То есть каждый из нас, он немножко другой. И разница между каждым из нас, это в том, в каких особом соотношении есть эти четыре качества внутри нас.
все мы дышим. Понимаете, как это все у нас есть? Твердое у всех у нас есть. Жидкость у нас всех все есть. Как это проявляется в плане характера, это зависит от того, насколько, понимаете, как в каком соотношении, нет двух похожих людей. Всевышний не делает дупликацию. Понимаете? Каждый из нас, он абсолютно единственный экземпляр в истории. И поэтому у нас качество называется меда. Меда, точно перевод этого слова, значит меры. Именно в какой мере Всевышний это все, понимаете, как нас оставил. Качество, которое вы получили, вы ничего не делали, чтобы получить. Вы такой сосуд. И вы получили все позитивные стороны вашего качества и все негативные. Нет качества лучше, нет качества хуже. Все такие же. Все имеют такие же плюсы, все такие имеют минусы. И у каждого из этих качеств есть другие проблемы и другие плюсы. И какие-то другие миссии. Для того, чтобы никто не чувствовал плохо своим качеством, если вдруг поймете, кто вы такая, я рассмотрю, как у нас четыре наших вождя, это считается четыре ножки Великого престола Всевышнего, это Авраам, Ицхак, Яков и Давид, как они символизируют эти четыре качества. Понимаете, почему я рассматриваю сразу, кто из братцев, что, какое было его качество, что никто не подумал, ой, какое у меня качество, это же такой ужас. Понимаете? И вот они должны были, они получили эти качества в самой максимальной и правильной, и неправильной форме, и должны были им, понимаете, как проявить себя в этом. Я обычно начинаю с земли, потому что она куда, понимаете, самая низкая. Это самое начало. Самое менее в какой-то мере духовное. Я объясню, почему я не отношусь менее духовной. Потому что у нас, когда мы говорим о физическом мире, у нас есть физические законы. И у нас есть духовные законы. Духовные вещи не имеют никаких понятий прошлого, будущего, настоящего. Вы согласны? Физические вещи, они или здесь, или там. Они могут быть одновременно в двух местах. Они имеют форму, ограниченную абсолютно. И они также зависят очень от места, времени и от всего остального. Скажем, жидкость, она может передвигаться. Жидкость также, вы знаете, что не имеет формы. Куда вы ее выливаете, такую форму она получает. А твердое имеет свою форму. А газ не имеет ни форму, ни плотности. Огонь передвигается быстрее всего в мире. Поэтому мы считаем огонь, с одной стороны, физическая вещь. Я имею в виду свет. С другой стороны, он то, что передвигается быстрее всего, что может быть из всего физического мира. Поэтому мы измеряем самые длинные расстояния годами света. Поэтому он считается у нас уже на грани между физическим и духовным миром. Хотя он физический, но он уже почти на грани. Поэтому рассматривается, что сначала, может быть, я вам показывала, что Адам был сотворен, там есть целая вещь, у него говорится, что у него одежда была из кожи, а если он на иврите «о» – это кожа с айном, а если я пишу «о» вместо айна с алефом, это будет свет. Считается, что оболочка первого человека сначала была свет. Значит, у него кого-то, он кого-то был абсолютно духовный, и самая наружная его сторона, которая кого-то была самая физическая, она была вот то, что у нас сейчас пограничное с физическим и духовным миром. А после греха мы затвердили. Пример, который я себе всегда представляю, но это совсем не связано с тем, что мы говорим, это только пример, что прочим. Это, я не знаю, вы когда-то видели, как дует из стекла, из горячего стекла делают вещи. Вы видели это? Берут капельку горячего стекла, дует, и из него можно делать любую форму, которую вы хотите. Но когда она затвердела, все, ничего невозможно. Так вот, мы до греха были, понимаете, как это? Горячая такая форма стекла. Мы могли не спать, не есть, понимаете, что это? А потом мы затвердели, и все. И больше мы уже ничего не можем. Знаете, вот эта оболочка, вы ощущаете часто. Поэтому есть такое, бывает часто такое неприятие души с телом. Скажем, вы хотите, сейчас вы очень усталы, а вы хотите еще продолжать что-то делать. Бывает такое? И это как будто бы два человека одновременно. Как же это может быть? Потому что обычно человек должен быть связан сам с собой. А тут вдруг есть такое какое-то неприятие себе. Может быть, значит, у нас есть душа, есть тело. А душа и тело до греха были другими. У них отношения были совсем другие. Душа могла менять силу совсем. А сейчас у нас такой вещи нет, потому что вот мы затвердили. Но сейчас я возвращаюсь к земле. Земля, она считается самой низкой частью всей этой цепочки. Это как будто, вот как я говорю, как будто горячее стекло. Оно сначала горячее, это вообще как плазма. Потом она как жидкость. Понимаете? Она как газ чуть ли не. Потом она превращается в жидкость, потом на что превратилась? Затвердела. Все. В ней вот уже ничего духовного нет. Она уже абсолютно физическая.
если мы сейчас, я то, что у нас также у этих четырех вещей есть цвета и какая-то символика связана с этими цветами. Если мы, может быть, рассмотрим для того, чтобы понимать это уже как качество, я придумала такую притчу. Я ее всегда рассказываю, просто я не привыкла придумывать притчи. Если у вас будет более хорошая притча, пожалуйста, я буду очень рада. Просмотреть, кто мы такие. Понимаете, как себя ведет каждое из этих четырех качеств. Хотя они не разные, они могут быть совершенно, можно сказать, все возможные объединения могут быть лишними. Может, как я вам сказала, у нас у каждого есть разные составления из этих качеств. Когда мы себя ведем хорошо, мы все ведем себя хорошо точно так же. Когда мы нам не очень хорошо, мы каждый ведем себя немножко по-другому. Заметили такую вещь? Каждый свое недовольство проявляет по-другому. Так как мы женщины, я придумала такой пример. Что вот вы взяли и прочитали, какая последний писк моды сейчас. И вы оделись в последний писк моды. И вы вышли на улицу. Только проблема одна, что кроме вас никто не знает, что это последний писк моды. А вы знаете, как выглядит одежда, которая последний писк моды, которую еще никто не знает, что это последний писк моды? Странно. Очень странно. Спасибо. Понятно, как это? И вот видите, вы уверены, что просто как кроме вас, понимаете, что это? Кто-то на вас смотрит и говорит, на кого вы похожи? Сейчас вопрос, как вы себя будете вести? Если вы земля, вы берете, вы сразу мчитесь домой, одежду кидаете в урну, ложитесь на кровать, лицо к стене и ни с кем не разговариваете полдня. Если вы вода, вы приходите домой и начинаете есть шоколад. Если вы воздух, вы берете и начинаете звонить всем и просить у них психологическую помощь. И рассказывать, какой ужас, как вас оскорбили. Если вы огонь, вы смотрите на эту женщину и говорите, а на кого вы сами похожи? Вы вообще не понимаете ничего в моде. Вы заметили, как четыре человека среагировали абсолютно по-другому? Значит, нам бывает кажется, что наша реакция – это единственное возможное в этом состоянии. Бывает у вас такое ощущение? Совсем не так. Вы понимаете, что я пробую вам показать? Каждый реагирует совершенно по-другому. И для чего это нам надо знать? Первое дело – понять себя. Понять других, если вы выходите замуж. Понять мужа, понять детей. Понимаете, что это? Потому что они реагируют совсем, могут быть совершенно из другого теста, как можно сказать. И реагируют совершенно по-другому. А вы даже не понимаете, почему они так реагируют. И у нас земля, качество, которое ее символизирует, значит, ее хорошее качество. У каждой из них есть очень хорошее качество. И вы не можете получить подарок хорошего без подарка противоположного. Потому что качество идет, понимаете, как это все вместе. Хорошее качество земли, что она очень скромная. Может, где находится земля? Ниже всего. Люди земли, они очень скромные. У них нет никакой проблемы в высокомерии. Вообще не может быть души. Это их не подарок. Их нехорошая сторона, что у них нехорошее настроение. И они очень склонны к депрессии, к отчаянию, к плохому настроению. Понятно, как это? И хасиды говорят, что и у них также очень большое ощущение вины. Им очень легко навязать ощущение, что они в чем-то виноваты. Потому что они вообще виноваты во всем. Понимаете, приначально. Так они ощущают себя. Это земля, видите, на все на нее наступают. Все из-за них всегда. И, с одной стороны, основа также сила. Кто нас символизирует землю, чтобы не чувствовали себя никак с этим нехорошо, это Давид. Вы читали псалмы? Скажите, Давид, как он себя чувствует? Скажите. Не очень. Он начинает каждый псалом, что это конец жизни. Понимаете, как это? И он себя там как-то накачивает, чтобы быть... Он виноват во всем. Там у него есть какая-то нота где-то в высокомерии? Нет. Понимаете, что это? И лечение земли, значит, земля в момент, когда она получает радость, она вылечена. Это единственное, что ей надо. Значит, если кто-то человек земли, то, что он должен все время стремиться, это к радости. Видите, как я просто вам говорю, у нас кого-то вещи, которых лечат, они как будто не всегда то, что человек
думает о них, занимается как-то. Значит, то, что мы просмотрим, это нехорошее, не то, что нехорошее, мы просмотрим проблемы Земли и просмотрим, как их лечить. Потому что просто рассказать, вы знаете, вот эта проблема. Спасибо большое, что вы мне дали. Я и так об этом знал до этого. И на базе чего мы рассмотрим, как это лечить, мы просто рассматриваем того личность, которая это символизировала, понимаете, как, которым Всевышний дал это. Как он с этим справлялся? И Давид в его жизни, он вот получит все вот эти прелести. Знаете, что так называют все эти прелести? Значит, Давид получит. Вы знаете, кого он происходит, Давид? Кто его? Значит, у него по отцовской линии. Его прабабушка, да, Юда. Но вы знаете, кто была его прабабушка? Моавитянка. Вот. Что все мы говорят ему все время. Кстати, такая вообще. Это вообще не еврей. Его обвиняют во всем. Он там, понимаете, Шауль считает, что он хочет у него забрать царство. Он должен скитаться. Я не знаю, ли вы знаете, у него, из-за него вся семья его была убита. Давид и Батшева. Значит, он все время всем виноват. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Всевышний его все время доводит состояние просто все. Вот сейчас уничтожение всего. Нет никакого вообще просвета. И в конце Всевышнего спасает. Вопрос всегда, Давид, ты войдешь в эту, понимаете, в это отчаяние или не войдешь в отчаяние? И он так говорит, так же в сумма. Представляете, я, честно, хочу рассмотреть всю жизнь Давида, понимаете, для того, чтобы показать все эти точки, кто не выписывается. Можно сразу такой вопрос, чтобы понять, какой стихии да. Больше это что, это знаки зодиака? Не всегда. Это рождение, что ли? Знаки зодиака, они по иудаизму это не так просто. Потому что кроме того, что надо знать месяц, надо еще... Знаки зодиака тоже так делают. Вот есть у нас три месяца, только они 4 месяца, значит 12 месяцев делятся по 3 группы, когда каждый раз первый это огонь, второй там земля, и там у них есть целое понятие, как они делятся. Но для того, чтобы это как-то влияло на человека, конечно, месяц тоже как-то влияет. Но кроме месяца влияет также день рождения, час рождения. И я в этом уже, я в этом не понимаю. Но когда мы говорим про месяц, это вещь, которую я как раз не... я говорю каждый раз про месяц. И я как раз не говорю о знаках... Когда я говорю о знаках зодиака, я не рассматриваю вот эту сторону огня, воздуха, воды и так далее. Хотя, да, к этому относится как-то как... знак зодиака, как вот эта стихия месяца, как она определяет также суть месяца. Я к этому не вхожу обычно, когда говорю про месяца, но об этом пишется. И те книги, из которых я это читаю и пересказываю, они это говорят. Но я просто, когда говорю про месяц, мне кажется, это так много, что мне кажется, что это уже через, понимаете, как это через чушь во все это входить. Но если кого-то это очень интересует, пожалуйста, можно просмотреть. Лучше понимать, как работать над собой, там, если там всегда нужно стремиться больше к радости. Нужно поэтому понять, кто ты, чтобы понять, что... Да, да, конечно. Ты можешь, конечно. Еще одна маленькая вещь, которую мы можем сделать, вот это отступление. Мы можем, как я сказала, мы обычно, особенно люди из России, мне кажется, мы не односторонние. Есть люди, которые немножко более односторонние. Значит, человек, который есть, только очень явно проявляется, только один из этих четырех, он такой, нам кажется, немножко... очень простой, очень поверхностный. Есть люди очень сложные, вы заметили? Есть люди, которые всю жизнь у них такая сложная. Все они рассматриваются очень многих сторон. Это люди, у которых обычно не один, понимаете, как не одна суть, а у них вот несколько вместе. А люди, у которых только одно, они такие очень какие-то простые совсем. У них так, просто, почему? Вообще не понимают, о чем надо задумываться. Это не понятие, насколько они умные. Может быть, человек очень умный и очень простой. Вы понимаете разницу? Теперь я возьму, только покажу, так как я выбрала первым рассматриваем Землю, я покажу, как Земля может быть со всеми другими знаками из этих четырех вещей. Значит, это могут быть две, это может быть три. Две я показываю, когда обе две, они точно так же сильны в человеке. Понимаете, как это? Но кроме того, у него, конечно, есть еще немножко я третьего и четвертого. Чтобы все три были точно так же сильны. Или все четыре, это очень... Понятно, что... А два очень часто. Скажем, земля, это понятно. Земля с водой, если человек у него ровно, земля и вода тоже самое. Такие люди, они склонны к зависимости. Я таких людей называю болото. Понимаете, почему их называю болото? Земля и вода. Потому что вода – это удовольствие. А земля – это депрессия.
Значит, люди, у которых нет зависимости, у них эти две качества, они как будто проявляются вместе, и они вот одно на другое, как сказать, накладываются. И у них, и вот они имеют удовольствие. А потом они страдают только, что они имели это удовольствие. Поэтому они должны еще больше иметь это удовольствие. Когда они страдают еще больше, что они этого имели. И вот такая вещь называется у нас зависимость. Когда я имею удовольствие, мне это хорошо, и наоборот мне дает больше сил, это не зависимость. То есть, когда я страдаю от этого, это же вот эта депрессивная сторона. Вода, извините, земля с воздухом, это буря. Песочная буря, скажем. Просто я даю, если я говорю уже образами, как земля, вода, я просто пробую продолжать, понимаете, эти же образы. Это люди, которые, у них, они делают, вокруг них очень много суеты и ничего не сделано. Встречали таких людей? Очень много разговоров, очень много, понимаете, кого-то? Понимаете, почему я это называю как буря? Земля с огнем, вам кажется, вообще невозможно объяснить землю с огнем. Конечно, можно. Это, я это называю вулканом. Люди, которые очень спокойно выглядят, внутри у них там все бурлит. И в какой-то момент что происходит? Взрыв. Я вообще не помню, откуда это, откуда и что это. Понятно, как это? Могут быть три объединения. Понимаете, что это? Может быть, разные. Я только понимаете, что это? И у нас рассматривается 12 колен. Они тоже, каждое колено делится, понимаете, как это? Тоже имеет вот это свое одно из этих качеств. Поэтому если у тебя чистое качество, в этих четыре колена как будто чистые, а два по сторонам, они как будто совмещены. Совмещающие в себе, понимаете, как это? Да. Вода, воздух и огонь. Можете также рассмотреть, как делается? Еще и ножку, мы только начали. Конечно, я не знаю, сколько вы хотите. Этим можно заниматься без конца. Вы понимаете, да, что это? Если вы хотите, скажем, мы еще немножко перейдем на Песах, так я покажу, как эти четыре элемента у нас находятся в Леля Седа на столе. Следующий. У нас все, как вы понимаете, как все связано со всем. Вам это интересно? Да, очень много. Пожалуйста, я вам просто говорю, что у нас есть. Что вы хотите, спрашивайте, я попробую. Будет следующий через перерыв. Да. Хорошо, тогда я покажу, как эти четыре элемента, как они находятся у вас в Леля Седа. Интересно такое? Такая форма. И цвет земли – это коричнево-черный. Это понятно также. Она такая, вот такого цвета. И вы знаете, что депрессивные люди, они любят коричневый. Я считаю, что коричневый. Зависит, какой есть особый цвет коричневого, который он особо символизирует. Понимаете, как вот это состояние. Коричнево-черное. Потому что люди, когда они хотят, чтобы было радостно, они хотят какие цвета? Радостные цвета. Также черный, коричневый. Понимаете, что это такое? А сейчас какие можно это рассмотреть? Значит, может быть, я тут обычно говорю такую притчу, я еще, может быть, расскажу. И это, что происходит, когда мы входим в это состояние? Значит, первым делом есть люди, которые к этому склонны. Но все мы, у нас у всех есть земля. И мы все к этому склонны. У нас есть в Танахе только один человек, у которого не было земли. Но обычно у нас есть все, только вопрос в каких книгах. Поэтому мы все ленивы. Нам всем очень тяжело начать. Когда начать, там очень тяжело закончить до конца. Значит, это две точки. Начать и закончить. Замечали? Вы начали, тяжело начать. Уже начали мыть полы. Вымыли полы. Сейчас вылить воду и помыть тряпку. Сказать, что что-то происходит, и вдруг нет сил. И оставляют ведро у входа. И кто-то приходит. Бывает такое? Ну, или не знаю, мы начали шить юбку, мы ее начали уже шить. Сейчас надо вставить молнию. Или сделать низ. И что? По подул. Что происходит в этот момент? Бывает такое? Мы считаем, что это две сложные точки поступки. Когда лень, как будто понимаете, как земля как будто входит. Так как мы все земля, у нас есть вот эта сильная энергия. Желание не встать, ничего не делать. Личность, которая этого не имела, ее зовут, этого человека зовут Асаэль. Я не знаю, ли вы слышали о нем. Он находится в книге Шмуэль II. Он говорится, что он так быстро бегал. Он был племянник Давида, что когда он бегал по траве, травинки даже не сгинались. Но кроме Асаэля у нас нет никого, понимаете, кто не имел землю. Все остальные имеют землю. Только вопрос, какой, каких процентов. Почему он такой? Что-то? Почему он так повезло? Ничего не везет, потому что у любого человека, если у него нет земли, так у него за счет этого что-то другое перекосно чем-то другое. Понимаете, что это? Нет ничего
в мире, в нашем, все в полном балансе. Да, есть там целая вещь, и он от этого очень страдал. Конечно, он, потому что не было земли, поэтому у него как будто было немножко такое, он был слишком высоко. Да. И там он, конечно, будет, да, он в какой-то мере будет убит так же. Я не хочу входить в него, просто я просто говорю как пример. Понимаете, если мы говорим, у кого нет такого качества, у кого нет такого, у нас, я только говорю о том, что написано и где написано. Вы помните четыре человека, которые вошли в Пардес? Только нас точно рассматривают. Все четверки, они всегда символизируют этих четверок. Это что это? Раби Шимон бен Зума, Раби Шимон бен Азай, Раби Акива и Ахер. Они тоже параллельны этим четырем. У них качество, каждого из них какой-то из этих четырех переобладал. Может, вы больше, мне кажется, знакомы с Раби Акива. Нам рассказывали. Да, поэтому Раби Акива это будет вода. Вы помните, что он видел, как вода делает дырку в земле, в камне? Может, вода это он, поэтому он видит воду всю. Это каждый видит то, что он. Поэтому, когда в устном предании есть какие-то притчи, это не просто притча. Понимаете, что это? Это притча очень глубокая. Потом посмотрим, почему Раби Акива это вода и как это. Когда мы дойдем до воды, может быть. Mm-hmm. Я возвращаюсь к себе. Так у нас... я просто говорю, когда мы все входим в состояние земли. Это когда у нас ощущение вины. Mm-hmm. Или когда мы что-то не смогли сделать, как мы хотели. И притча, которую дают устное предание, это вы имеете, вы продаете, вы согласны быть булочником? Вы продаете булочек. И у вас, а рядом с вашей, у вас целый магазин, много булочек, булочек и пирожные, а рядом лежит собачка. И она очень хочет булочку. И она лежит. И делает вид, что она спит. И вы верите тому, что собачка спит. И вы вышли из магазина на минуту. Что в этот момент сделала собачка? Забежала в магазин, и что она сделала? Перевернула все. Схватила одну булочку и убежала. Собака тут, это символика нашего плохого мышления. Магазин это мы. И когда у нас, мы делаем одну малюсенькую ошибку, какое у нас ощущение? Все пропало. Вы согласны с такой вещи? Нет. Понимаете, почему я рассмотрю, как перевернутый магазин? Ну, этот продавец тоже, он сделал вид, как будто бы он не понимает, что собака хочет есть. А собака пошла спать. Сделала вид такой. А у вас не получается такое, что вам почему-то вдруг разум немножко как-то ведет себя как странно. Да, но мы специально, как будто бы мы не замечаем этого. Да, конечно. Но постфактум мы ощущаем себя очень плохо. Хотя по-настоящему ошибка была очень маленькая. И это говорит, хасиды любят так говорить, что грех это не страшно. Более сложно, чем грех, это ваше ощущение после него. Что вы так себя не очень хорошо чувствуете. Это еще тоже не страшно. Хуже, что у вас начинается лень, и вообще ничего не хочется делать. Это уже хуже. А потом еще ужаснее, это депрессия. И отчаяние. Это как-то то. Отчаяние, это у нас называется засеп, это уже совсем не годится. Что делает умный булочник? Он по дороге к своей булочной проходит, ну, понимаете, что это все притча. Mm-hmm. Проходит магазин мясника. И он просит у мясника кость, на которой нет вообще никакого мяса. Мясник это дает ему бесплатно. Ему же такую кость не нужно. Он приходит с этой костью, кидает ее. И сейчас кто будет играть с этой костью? Собачка. Он сейчас может вообще уходить из магазина на час. И чем будет занята собачка? Костью. И вообще не смотреть в сторону магазина. Это что это значит? У нас у всех есть, у каждого из этих четырех качеств есть свои нужды психологические. Если вы себе не дадите эту кость, вас эта собачка будет мучить. Но если вы даете себе эту кость, вы можете быть, вас она немножко... Понимаете, как это? Mm-hmm. Я имею в виду, плохое начало нас немножко оставляет в покое. Только надо быть очень осторожным. Если вы этой собаке берете эту кость с мясом, она станет какая? Большая, сытая и ужасная. И вот это будете ее бояться. Надо ей дать сухие кости. Что это значит? Пример. Я не знаю, я просто не знаю, что вам интересно. Поэтому я не знаю, какой пример вам дать. Не-не, я имею в виду, сейчас я хочу дать притчу, понимаете, с этой сухой костью. Что вам дает очень большое удовольствие? Что вы очень любите делать? Ну, давайте простой пример. Еда. Еда. Хорошо, хотите.
Так если вы живете во имя еды, это очень плохо, вы согласны? Это плохо вам физически, духовно, все. А если вы едите для того, чтобы себя просто поддерживать, если человек решил, что он будет поститься и не есть, он же не может. Потом, это, понимаете, его собачка потом съест. Он должен давать есть тебе сколько надо. Знаете, тогда будет эта собачка сыта. Но если будет есть больше, чем надо, тогда ему захочется еще больше есть. Вы знаете, что есть такое? Никакого. Ком. Понимаете, что это я пробую рассмотреть? Но морить голодом собаку нельзя. Она-то будет... Человек не заметит, и что произойдет вдруг? Собака ворвется в магазин и просто все перевернет. Это понятно, что я пробую рассмотреть? Это совсем. Это любой вещь. Или, скажем, интернет. Есть случай, когда вам нужно там, посмотреть какой-то фильм. Вы не в очень хорошем состоянии. Это правильно. Вы так себя как-то как называется, восстанавливаете. А если, смотрите, я живу только во имя этого интернета. Я только жду, чтобы муж пошел спать. Чтобы вся семья пошла спать. И сейчас я начну жить. Есть такие люди? И тогда вместо того, чтобы это было что-то, что им помогает жить, что это делает? Это их уничтожает. Потому что, с другой стороны, если они себе не будут давать вообще никакое время для себя, они просто не смогут. Понятно, что им надо давать себе кость, но кость должна быть сухая. Это очень тяжело. И у каждого человека, в каждый момент его жизни, это совсем что-то другое. Понимаешь, что это неоднозначно. Скажем, я только даю пример, там, скажем, вы говорите, едой. Женщина во время беременности или когда она кормит, ей нужно больше еды. Она не может тогда морить голодом. Для нее, понимаете, это кость, сухая кость, это что-то другое, чем человек в другом состоянии. Это потребность. И человек должен понимать свои потребности и быть, и давать это себе, но не давать больше, чем надо. Нельзя давать меньше, нельзя давать больше. А вот найти точно сколько, это очень тяжело. Поэтому не давать эту кость. Понимаете, что произойдет? Собака ворвется и все съест. Вернее, она не все съест. Она все перевернет, съест только немножко. А давать с мясом, понимаете, что это? Потом просто вы в плене этой собачки. Так это уже, я не могу помочь никому. Каждый должен выбрать, понимаете, как это себе свою пропорцию. И эта пропорция, которую, если он выберет в один момент своей жизни, через год, два или через месяц может быть другая. То же самое сон. Понимаете, это любая вещь. Общение с людьми. Что это может быть увлечение, там, женщина, которая любит фотографировать или заниматься музыкой. Понимаете, это любая вещь может пройти за вот эту вещь. Даже уборка квартиры может быть такая вещь. Люди могут убирать квартиру для того, чтобы мне было хорошо жить. И это может быть уже обсессия, понимаете, чего? Что в доме было убрано, и просто все в семье не могут непонятно, как жить и где находиться. С другой стороны, чтобы дом был не убран, тоже ужасно. Вопрос, это для пользы моей или наоборот, я уже становлюсь как будто рабом этой вещи. И сейчас, когда мы рассматриваем, ну это только было тоже такое маленькое вступление, а сейчас, если мы рассматриваем о земле, у нас есть проблемы земли. Одна проблема земли, это ее, может я начну с ней, это страх. Земля имеет очень много страха. И когда мы говорим, если вы читаете псалмы, он все время говорит, я уверен в Всевышнем, я не боюсь. Также, если я буду там идти в каком-то месте, я не боюсь. Когда человек, у него нет страха. У него тема страха вообще есть в голове? Нет. Если я говорю, я не боюсь, значит, я что делаю? Я занимаюсь. Вы понимаете, что я делаю? Если вы читаете псалмы, там есть очень много раз вот эта тема страха. Понимаете, что я пробую сказать? Скажем, знаете, есть там люди, у которых нет вообще, это вообще не тема страха. Скажем, люди огня, они не понимают, что такое страх. Это понятно, что я пробую сказать, значит, у каждого что-то другое. Теперь, когда мы говорим о страхе, у нас есть два понятия. Может быть, даже когда мы говорим страх, это уже следствие. И, может быть, я начну с чего-то более простого. У нас есть лень. Значит, люди Земли, они выглядят очень, когда они в нехорошем состоянии, они ленивы. Они хотят быть седьмой, никуда не двигаться. Теперь, лень может иметь два корня. Один корень лени – это страх. И где мы это видим? Это написано в книге Мишлей. Я просто говорю, откуда я это беру. Шлемо, который написал к нему Мишлей, это сын Давида. Поэтому, понимаете, он какого-то качества Давида еще более раскрывает. И там описывается, лентяй лежит, ленивый лежит на кровати. Ему говорят, встань, иди там куда-то. Он говорит, лев по дорогам. Что такое на нашем языке лев по дорогам? Страх. И когда у человека страх, надо подумать, почему, что он боится. Значит, есть лень, что ее корень – это страх.
И тогда то, что надо сделать обычно, это понять, что я боюсь. Потому что человек, когда он скажет, вы должны что-то сделать, и вы не делаете. Что вы себе начинаете говорить? Потом. И как вы пробуете себе завтра? 100%. Мы всегда говорим завтра. Но потом, когда мы все-таки хотим что-то сделать, мы все говорим, что мы лентяи, что надо это сделать. Это нам помогает делать или еще больше нас... Обычно это нас более депрессирует. Угу. Понимаете, как это? Если мы земля, это нас только депрессирует. И тогда, если корень лени – это страх, надо понять, почему я боюсь. Что я боюсь? Обычно самая простая вещь, снова есть очень много понятий в страхе, я говорю только самое базисное, это я боюсь неизвестного. Скажем, если вам надо что-то сделать, и вы знаете точно, как это сделать, вы это сделаете. А когда вы какую-то вещь не знаете, как сделать, самую какую-то глупую вещь, но один из маленьких деталей, вы не знаете как. Какой шанс, что вы эту вещь сделаете? И пойдете, всех будете спрашивать и узнавать, как это сделать. Много шансов или меньше? Меньше. Ну, зависит от характера, да. Конечно. Понятно, что я пробую рассмотреть? Для людей огня, наоборот, это будет такой вызов. Для людей земли, это наоборот их подобрет. И тогда просто взять эту вещь, которую вы должны сделать, перейти на очень маленькие шаги и проверить, где точно я что-то не знаю. Какую вещь я боюсь. И вот ей заниматься. Не все вещи глобально, а только этой маленькой детали. И продумать, может, кого-то спросить, с кем-то посоветоваться. Ну, понимаете, в каждой ситуации это что-то другое. И так эту вещь решить. Это если это лень за счет страха. А если лень, которая лень, просто лень настоящая. Вот хотите, можете открыть книгу Мишлей. Да, она могла... Я просто могу посмотреть, она там говорится даже два раза. Ну, я просто, так как есть эта книга, я не хочу посмотреть. Она говорится в книге Мишлей, вот то, что я сейчас говорю, два раза. Очень похожими словами. В 6 главе и в 25-й. Я найду 6 главу. Я найду 25-ю, и вы мне ее прочитаете. Просто вы тогда увидите, насколько это просто говорит просто о нас. Да это конечно. Я нашла уже 6-ю, а вы 24-ю, 25-ю я еще не нашла. Одну секунду. Мне очень знакомо. Это конец 24 главы, я нашла 25, я извиняюсь. Я специально ее закладываю. Можете посмотреть, пожалуйста, 6 глава в начале и потом 25. 24 в самом конце. Это будет муравьев, да? Точно! Пойдет муравьев, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. А что у вас говорится? Что говорит до этого лентяй? Да. Пятое? Да. Так. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего. Да, я знаю, я тут хочу посмотреть, что я хочу, чтобы мне прочитали. Вот, посмотрите, да, и посмотрите вот до 11-го посмотрите. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает вовремя жатвы, пищу свою, доколе ты ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. А потом смотрите, конец 24. Человек лукавый. 24.
самый конец, там именно кто 3. Говорит виновному, ты прав, того будет... Нет, 24, самый-самый-самый конец. На поле лентяя я прошу. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхностью его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратилось в сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Замечаешь, что то же самое? Угу. Про муравья. Про муравья. Да, он красиво сказал, да. Никто не говорит. Да, и все равно все делает. И что это значит? Проблема, когда мы ленивые, что мы себя не уважаем. Земля себя не уважает. И, может быть, вы совсем не земля, если вы не земля, не поймете, о чем я говорю. Но земля обычно что она себе говорит? Я полежу еще сколько минут? 10. Что вы говорите перед тем, как встать? Еще 5 минут. И что вы говорите через 5 минут? Ой, как я знала! Это все так говорят? Да. Посмотрите, что говорит Шломо. Мы отчинут немножко поспать. Мы отнумот немножко подремать. Немножко сложа руки. Понимаете, что он говорит об этом? А вот это и в нас не хватает, потому что земля наша очень низкая, у нее нет уважения. И она, ну и что, я полежу еще немножко, ну и как? И она себя унижает еще более. Значит, я сказала еще 5 минут, полежала еще 5 минут, потом сказала себе еще 5 минут, полежала еще 5 минут, потом я встала через там, 15-20 минут, и как я себя ощущаю? Ужасно. Хочешь лечь только нас. Согласна? А если я себе, когда я вот лежу, я хочу встать, не хочу встать, понятно, что это? Я себе скажу, я встану через 25 минут. Я встану через 23 минуты. Как я себя буду ощущать? Герой. Понимаете, что я пробую сказать? Значит, когда мы... Извините. Не воруйте. Давайте себе то, что вам надо. Не говорите немножко. А старайтесь сделать так, чтобы вы ощущали себя всегда хорошим. Потому что земля все время ощущает себя виноватой. И неуважаемой. И то, что надо дать земле, это уважение. Это радость. Огню наоборот, надо его немножко прибивать. Понятно? Значит, то, что очень лечение для огня, это просто ужас для земли. Или наоборот. Вы понимаете, как это? Они противоположны. Потому что вы знаете, кто огонь лучше всего тушит? Земля. Даже не вода. Да. Знаете, вы знаете, что говорят людям? Кого-то, ну, укутаться, кого-то взять. И земля, но лучше всего тушит огонь. Вода тоже, но земля еще лучше. Поэтому они противоположны. Поэтому, значит, невозможно дать одно направление всем. Это неправда. Понимаете, почему это? Потому что, значит, людям Земли надо сказать, они должны все сказать. Я встану через 25 минут. И встать только через, понимаете, 24,5 минуты. Они же все равно приближают эти же, те же самые 25 минут. Вы согласны? Только встану с плохим настроением, то скажут с хорошим. Значит, они должны себе дать величие. Шулхан Арух начинается с того, что человек каждое утро должен встать как лев. Что такое лев? Царь животных. Понимаете, как это? Ты должен как герой встать с кровати. Ты должен ощущать вот этот героизм. Может, это тяжело встать с кровати. Но вы можете встать с кровати как герой, а можете встать с кровати как кто? Как земля. Вы понимаете разницу? И тогда вас весь день как будет? Как земля. Может, только такая маленькая вещь, и это связано с отчаянием. Я не знаю, ли вы хотите, это такая немножко замутренная вещь. Считаете, что в еврейском народе у нас нет отчаяния. Конечно, у нас оно есть в какой-то мере, но вы знаете, еврейский народ бы не мог выжить всех этих неприятностей и ужасов, которые пришли в истории, если бы у нас было бы отчаяние, мы просто бы, скажем, люди после катастрофы, они же встали на ноги как-то, выжили и продолжили жить. И вот эту силу мы имеем от нашего праотца Авраама. И где мы видим, когда Авраам первый раз проявил вот это понятие, что у него нет отчаяния. Это такое у нас особенность. Вы помните, что Авраам пошел воевать против 4 царей? Это же вообще неописуемая вещь. Это кажется, ну, вообще нелогично. И там есть такое понятие, это говорит устное предание, что он брал землю, кидал, и земля превращалась в стрелы. Вы читали такую вещь? Он кто-то такое рассказывал? Кто-то рассказывал такое? Смотрите, я такое читал. Значит, если говорится, что он брал землю и кидал, это значит, что он взял в себе вот это понятие земли. Что такое понятие земли? Отчаяние, ее выкинул.
Сейчас, когда мы с вами говорим, в любом месте, где вы встречаете слово «земля», это вы берете в кавычки, что это рассматриваете? Отчаяние. И это рассматривается, когда, я вам скажу, когда Авраам пошел воевать с этими четырьмя царями, он взял с собой, вы знаете, сколько рабов, сколько учеников пошли с ним на войну, вернее, это целый спор, они пошли с ними на войну или нет, но сколько у него учеников были, которых он их мобилизовал. Давайте вам покажем, вы сейчас почитаете, вы сами мне скажете. Потом рассмотрим, почему это такая важная вещь. Значит, сейчас мы все рассматриваем. Значит, у нас в Торе есть простой уровень. Есть уровень Драш. Есть то, что мы сейчас делаем, это называется уровень Ремес. Это намек. Видите, как я все рассматриваю? Ремес, значит, все, и все вместе есть 70 уровней. Значит, мы сейчас рассматриваем только один из этих 70. И вот этот один из 70, всюду, где говорится вода, понимаете, что это будет? Всюду, где говорится земля, понятно, что? Это не вода тут будет одно, а в другом месте будет другое. Нет, всюду вода будет тоже. Всюду земля одно тоже. Это такие ключи. Понимаете, что я называю ключ? Вам интересна такая вещь? Что вы говорите? Пожалуйста. Через 5 минут. Конечно. Все. Так я должна только найти, где говорится, сколько у него было учеников. Значит, есть эти 5. Вот, все, я уже нашла. 14 строка. 14 глава, 14 строка. Вы тоже согласны читать? А то мне неудобно, что я вас все время пробощаю. Хотя, если там наберите, я могу вам сказать. Не могу с вами прочитать, что вы читали. Кроме того, вы это будете видеть сами. Вам это будет интереснее. Здесь или здесь? 14. Авраам, услышав, да, что сродник его взят в плен, сродник вооружил рабов своих рожденных в доме его, 318. 318. И преследовал на грех. Значит, вы знаете, на иврите слово «отчаяние», как оно называется? Еуш. Вы знаете, какая гематрия слова «еуш»? Я уже до 318. Так, мы сейчас посмотрим. Вы очень близки. Юд – это 10. Еуш пишется Юд, Алиф, это 1, Вав это 6. Сколько? 17. Шин это 300. Отчаяние это 317. А у Авраама было сколько учеников? 18. На 1 больше. Поэтому... Кто же это? Что это? Кто же это? Плюс 1. Вот этим, поэтому он имел силу победить отчаяние. У него на 1 больше, чем отчаяние. Понимаете, что это? Mm-hmm. Поэтому тут же мы говорим о войне. Пойти на войну против 4 царей – это же безумие. Для этого что у человека не должно быть вообще? Отчаяние. И в этой войне Авраам побеждает отчаяние. И это он потом нам дает наследие, что могли всегда, как феникс это называется, после любой вещи, понимаете, как это, взять и восстать сами. И поэтому подписывается, сколько у него было людей, которые с ним пошли на войну. 318 – как-то очень странная цифра. Понимаете, как это? Не 300, не округленно никак. Поэтому есть, конечно, очень много комментариев, что это такое, какая символика этой цифры. Но одна из них, что-то на 1 больше, чем отчаяние. Тут Авраам полностью, понимаете, как это в себе победил понятие отчаяния. Поэтому говорится, что он взял землю, кидал, и земля превращалась в стрелу. И сейчас мы посмотрим, что... Значит, мы посмотрели это видео, сейчас что делает Авраам. Значит, мы говорили, что мы делаем страхом. С ленью. Помните, как это? Понять, это лень за счет страха или лень, потому что мы себя не уважаем. И вот мы поняли, как встаем утром. Люди, у которых есть вот склонность быть как земля, значит, это быть как Давид, им мы, я не знаю, сколько часов в день спал Авраам, и я тоже самое не знаю про это. Но мы знаем, сколько Давид спал. Давид спал очень мало. Он шел спать, вот, понимаете, как это очень поздно, и он просыпался всегда до восхода зари. Говорится, Иерошах, он всегда пробуждал зарю, а не заря пробуждал ее. Поэтому он говорит несколько раз в сон. Говорится, что он над своей головой, у него висела арфа. И когда был вот этот ветер перед восходом, знаете, такой зябкий, она играла на арфе, и она его пробуждала. Нормально. Да. Хотите, я могу когда-то договориться в 108-м псалме. Там еще в одном псалме. И это понятие того, что люди, которых, значит, что мы считаем? Что мы усталы, у нас такое депрессивное состояние. Вот если мы выспимся, мы будем в более хорошем состоянии.
Но это неправда. Если мы будем спать больше, что мы будем? Мы еще замедлим свой организм еще больше. Если мы спим больше, что у нас происходит? Еще больше хотим спать. Поэтому таким людям надо, я не могу сказать, 8 часов, пожалуйста, спите. Но не спите больше, чем 8 часов. Если людям огня я скажу, вы знаете, поспите больше. Людям земли, что надо сказать, поспите меньше. Но я не меньше, понимаете, меньше там 6-7 часов. Я не говорю не спать, понимаете, что это. Но просто таким людям высыпаться, это не то, что поможет. Но это, снова я подчеркиваю, не значит спать мало. И просто поэтому у нас подчеркивается, сколько спал Давид. Еще одна вещь, которую делает Давид, он один из единственных танахи, который это делает, он танцует. Он прыгает. Это говорят тоже хасиды. Вы знаете, что такое танец? Это на 30 сантиметров взять и взлететь от земли. Поэтому они все время прыгают. Да. И такое, понимаете, как это? Оторваться от земли. Может, это же его... Понимаете, почему прыгать и танцевать, это мы отрываемся от земли? А это его то, что тянет. Поэтому Давид, он танцует. Авраам не танцует. Ицхак не танцует. А Давид танцует. Давид даже все время скрывается, прыгает, бегает. Таким людям надо заниматься физкультурой. Может быть, им очень это будет неприятно слушаться. Но людям земли очень важна физкультура. Поэтому Давид, понимаете, как это чем занимается все время, это вот он прыгает и бегает. Давид занимается музыкой. Он играет на музыкальных инструментах. Людям земли очень важна музыка. Или что такое, понимаете, что их веселит. И какая сила музыки, вы решили, что вы не будете двигать ни руки, ни ноги. Начинается музыка. И что вы делаете? Понимаете, что это? Она нас как-то немножко веселит и двигает. И еще одна вещь – это уверенность в Всевышнем. Люди Земли очень неуверены. И то, что им надо, понимаете, это вот уверенность в Всевышнем, весь связь Всевышнем. Это то, что есть у Давида. Хотя у него кого-то все ему говорят, что он никто. И он все время имеет связь с Всевышним, и у него нет никакого отчаяния.